Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Армия клонов». Заходим в сценарий и смотрим, ребята, где мы с вами остановились. Так, у нас... пятый уровень пройден не на 3 звезды, к сожалению, но мы с вами переходим на 7. Так что давайте, ребят, смотреть. Как всегда, атака клонов, ребята. Так, показывают нам наш участок. Тут очень много прыгать, где можно. Так, враг уже, смотрю, приготовил для нас стрелков. То есть они уже идут к нам. Ладно, мы будем, естественно, ребят, противостоять этим архарусам. Так, здесь можно все это пропустить. Так, у меня стрелок, команда, кто? Марксман, бутчер, базука, гренадер, медик, снайпер и так далее и тому подобное. Ладно, хорошо, ребят, я, наверное, оставлю этот отряд. Поехали. Хоп, хована. Погнали, ребят. Ну, он у меня второго уровня, а у него какого там первого или какого уровня, я не знаю. Не заметил я, ребят, если честно. Так. Промахнулся, дурила. Так тебе и надо. Тихо, давай попробуем. Ай! Ну, я подбил, ребята, ему. Так, давай. Во, командоса выберем с вами. И поехали. Так, этот у меня... Да, ребята, я так понял... Подожди, а разве я так делал? Делал, значит, получается. Они повторяют те же самые движения, ребята, которые я делал до этого, да? Так вы мне сказали. Поэтому давайте в ближнем бою его. Хоп-хоп-хоп-хоп. Нашинковали, молодцы, дальше иди. Ребята, я уже на его базе. Ты куда? Давай-давай. А почему ты не добил-то его? Должен был добить. Слушай, давай я, наверное, еще, ребята, одного стрелка возьму. Слушай, если сейчас так пойдет, ты прикинь, у меня сейчас команда просто забежит туда, а мы будем его просто-напросто прикрывать. Это будет классно, между прочим, да? Так, давай-давай-давай, команда. Он бежит, у него быстрее скорость, кстати, оказывается. Так, сейчас выбегут вот эти ребята. Вот он отвлекся, вот мы его расстреляли. Тихо, подожди, мне главное тут не подставляться. О-о-о, команда, отлично, мы бомбанули его. Так, а это кто у нас? У него, ребята, уже пулеметчик, да? Вышел, хорошо. Нет, это не пулеметчик, ребята, это чувак с дробовиком. Ну почему он такой слабенький, господи, ну давай ты его... Да подбей ты его, в конце концов. Ребята, этот чувак будет повторять мои движения в следующем ходу. Это будет нелепо смотреться, да? Наверное. Не надо. Так, иди сюда. А вот, ребята, и автоматчик. А как мне с ним здесь не справиться будет? Это однозначно. Оп, рассыпались мы. Ладно, хорошо, поехали далее. Так, я беру, ребята, автоматчика. Мне позволяет, все-таки накопил себе определенное количество монет. И вот моя армия готова. Погнали, ребятулечки. Почему я такой медленный, господи? Я еле иду, ребят, как штаны наложившие. Они уже там давным-давно убежали. Тебе бы, парень, ускориться бы хоть как-нибудь, я не знаю. Так, 75 монет мы уже заработали с вами, да? Давай, иди сюда. Хобана! Нормуль. Так, давай этого говнючка попробуем с вами нашинковать сейчас. С дробовичком, да? Отлично. Так, ребята, пули... Смотрите, повторяет мои движения. Так, мы можем, знаешь, как сделать? Это была плохая идея, на самом деле. Давай вот так вот. Ну, давай еще сделай шаг. Сделай шаг навстречу смерти. Тихо ты. Сейчас я сам отдуплюсь тут. Ладно, 260 монет у меня накоплено, ребята. Что, я никого не могу взять опять. Ладно, хорошо, возьмем еще, ребята, одного автоматчика. Погнали. Чтобы на 3 звезды, ребята, пройти на уровень, нам нужно за 7 попыток уложиться. Это как-то нереально. Вот мы идем нога в ногу со своим пулеметчиком. Слушай, ну мы должны сейчас тут неплохо довольно-таки разребанить. Так, монетки ползут, а значит мы с вами накапливаем все, что нужно. 160 монет уже. Так, минусанули. Так, вот, ребята, у нас этот чувак с дробовиком, мы его тоже минусанули. Тут надо отойти. Ну, подходи сюда. А почему он по мне попадает, а я по нему нет? Ребята, это несправедливо, я думаю. Да что ты будешь делать, а? Давай, иди сюда. Вот. Эть, у нас очень мало, ребят, здоровья. Так, господи, что происходит? Вот он меня, ребята, здесь и разбомбил в тот раз. Слушай, мы с вами смогли все-таки забомбашить еще одного даже. Слушай, ну это круто. Е-е-е, 430 монет уже у нас. Слушай, это базука. За базуку, наверное, дадут много денег. 505 монет у нас с вами, ребята. Это красота, смотрите, у меня один чувак живехонькин. И иди отсюда, нормуль. 530 монеточек у нас на все про все.
Ну, что, больше никого не будет вызывать, что ли, против вас? Ну, ребята, мы просто хотел сказать... как ты быстро бежишь, а я его... Ребята, ну офигеть, просто побежал и расчекрижил меня. Слушай, а если мы... Ох ты, гренадир, медика могу взять. Ребят, снайпер, давайте посмотрим, кто такой снайпер. Мне очень хочется посмотреть, что он из себя... Должен, по идее, далеко стрелять, очень далеко. Вау, у него пуля летит, ребят, через весь экран. Но опять же, он идет, ну, по крайней мере, быстрее, чем эти пулеметчики. Давайте вот так вот с вами стрелять на передок сразу же. На передок. У него долгая перезарядка, вот что я могу сказать вам. Очень долгая. Но зато бомбит он, смотрите, божественно. Ну, как сказать, божественно? Ну, нормально, нормально. Так, давай попробуем. Тихо ты, где я-то? А, я вон стою. Где я? Меня нет уже, ребята, здесь. Где я стою, смотрю и себя не вижу, потому что меня уже давно подбили. Взять еще одного пулеметчика. Автоматчик, ребята, а не пулеметчик. Что я вдруг? Хорошо. Это последняя наша попытка, ребята, пройти. Если мы не пройдем с вами, то, соответственно, три звезды нам не видать здесь. А мне хочется. Так, снайпер, конечно, это прикольно. Чувак бежит, нормально так бомбит. Так, нам нужно заработать здесь как можно больше монет. Как можно больше, ребят, монет. Так, пока все хорошо. Так, дай-ка я его тут... Опять меня, ребята, разбомбили. Да чтоб тебя. Ух, господи, ребята, минус одна звезда. Вы это прекрасно видите. А как я тут, интересно, должен за вот этот короткий промежуток времени всех забомбить? Я ума не приложу. И почему моих ребят так там быстро разбирают? Он тоже, что ли? У него такие же клоны, да, ребят, по ходу дела, получается. Тот же самый уровень, стиль игры. Он ничего, ребята, не меняет. Поэтому здесь нужно брать хитростью, скорее всего. Да, скорее всего, надо хитростью все это дело брать. Так, пускай этот говнюк сюда к нам подойдет. А он не будет подходить, да? Он не подходит. Да чтоб тебя, а. Есть, мы его бомбанули, ребят. Так, ну, пистолетчик здесь нам не в указ. Отходим. Отходим, ребята. Так, бомбану. Господи, 325 монет у нас с вами. Слушай, давай, а что такое вот бучер? Давай посмотрим, ребята, кто это такое вообще. По идее, это какой-то вышибало, что ли. Ну-ка. С пилой. Чувак с пилой. Но он должен быть мощнявый. Он тоже, ребята, очень медленно идет. Хотя он автоматчиков догоняет. Догоняет и даже перегоняет. Этот чувак, наверное, в ближнем бою дает такого жару, что мама не горюет. Проверим? Проверим, ребята. Обязательно будем это сейчас проверять все. Так, погоди. Ну, подставляться тоже, конечно, не хотелось бы. Так, предположим, вот так вот, ребята. Ох, красавец он. Ну. Я ведь забомбил же базу, по-моему. Да, ребята? На две звезды мы с вами проходим. Ну, слушайте, бучер мне понравился. Так, давай посмотрим, что нам отсюда, ребята, выпадет. Три карточки. Так, на... О, бучера можем прапать. Пира. Это, ребята, огнеметчик. И ДНК. Угу. Контини. Конечно, контини, ребята. И давайте, наверное, мы пойдем с вами дальше. Так, вот зайдем в лабораторию. Я, ребята, хочу улучшить нашего... Так, сколько у нас? У нас 508 ДНК. Кого мы тут можем с вами? Вот бучера мы можем улучшить. Сколько потребуется? 50 ДНК, отлично, меня это устраивает. Мы его прапали. Так, снайпер, базука, больше никого, да? Никого не можем, киборга, хочу киборга, ребята, использовать. Так, стена, это... Что? Нет, мы не можем, ребята, с вами улучшить. Хотя стена, наверное, это было бы прикольно. Вот турель у нас есть, а как? А турель я не могу, ребята, да, брать? Это, по-моему, вы сказали, в мультиплеере только используется. Ладушки. Я не огорчен нисколечко, ребята. Мы с вами переходим. Давай попробуем, наверное, вот этот вот пройти на три звезды. Вы же знаете, да, как я отношусь к этому делу. Я всегда хочу все, чтобы было у нас идеально. Эту карту мы с вами видели, поэтому я проматываю это все дело. И у нас армия. Да, начинаем мы со стрелка. 7 попыток, как обычно, первоначальный у нас с вами дается. И мы должны будем его сейчас забомбить. Так, стрелка этого сейчас... Так, он сейчас отвернется, и мы... Ой-ой-ой, не вышло почему-то у меня, ребята. Обманочка не прокатила. А если вот так вот? Ну? Господи, я его подбил.
На последних крополях я его все-таки уложил. 25 монеточек я всего лишь, ребята, получаю. Ну и что я тут могу сделать? Ну, по-моему, ничегошеньки. Так, тут с дробовичком, ребята, идет парень. Давайте мы попробуем вот так вот немножко. Эть, тихо, парень, не буянь. Не буянь мне здесь. Я знаю, что ты мощный. Да, господи. Подловил сосунок. Хрен с тобой, ладно, поехали дальше, ребята. Я возьму командоса, все, я возьму командоса. И будем сейчас в наглую просто-напросто его чекрыжить. Так, они повторяют все те движения, которые я делал до этого. Так, хорошо, поехали, ребята. Я его сразу чекрыжу, сразу же. Вот так это будет выглядеть. Так, с этим, конечно, дурачком я не знаю, как, ребята, тут шутковать, лютовать. Давай его вот так вот. Ага. Ой, господи, зачем ты так сделал? Ну зачем, Рэй, ты так сделал? Ё-моё, ну сам себя подставил. Ладно, я еще раз беру, ребят, команда. И поехали. Поехали, сейчас мы должны с ним разобраться. У нас всего лишь 4, ребят, попытки остаются, чтобы пройти на 3 звезды. Я поехал. Ребят, да что, куда ты кликаешь-то? Так, с дробовичком. С дробовичком идет сюда. Главное опять, ребят, не упасть нам с вами. Поехали. Будем бомбить, 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 бомбить его. Да ну, стрелок, ты... Стрелок-то какого фига не выстрелил? Господи, да какие тут, ребята, 3 звезды. Какие тут 3 звезды, когда вот так вот нублю. Ну. Так, погнали. Так, отлично. Давай, зачекрыжили, молодцы, красавцы. Сработало все отлично. Вот он, ребята, этот... Да... Ну почему так прыгаешь ты хреново-то, а, господи, ну почему, ты вот мне объясни, команда, ё-моё, ребят, будем переигрывать, я все равно 3 звезды здесь возьму в этом уровне, чего бы мне этого не стоило. Самое интересное, что я дальше-то не продвигаюсь, и, соответственно, мои герои вот тут, ребята, и остановятся. Я путаюсь все время, вот среди них, постоянно они меня как бы отвлекают, вот в чем проблема-то вся, ребят. Так, погнали. Давай-давай-давай, вот так вот его чекрыжим, молодцы, подбомбили. Так, что ты тут расстрелялся, а? Чувачок. Молодцы, мы его порвали, ребята. Двигаемся с вами далее. Тут стрелок, ну против стрелка мне. Ой-ой-ой-ой. Ребят, командос, командос бежит. Так, отходим. Он погиб, монетки на халяву нам заработаны. Так, погнали. Когда, куда, куда, куда? А, он так вот может стрелять, господи. А там, ребят, еще и... Подбил он меня все-таки, сопряжуй. Две попытки, ну это, ребята, как-то не знаю. Во, вот, автоматчик. Наконец-то я себе приобрету. Поехали. Автоматчика я приобрету себе. Медленно ходит, я ничего не говорю, ребята. Ну, а фиг сделаешь. Так, разбомбить. Главное смотреть за собой, чтобы не упасть, ребят, нечаянно в эту пропасть. Так, вот у него ничего здесь не вышло. Так, подожди. Так, давай, ребята, этого разносить стрелка. Отличненько, тут у нас получилось все. Проходим с вами дальше. Давай, 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 давай. Так, ага, я понял. Сейчас мы его здесь, ребята, с вами подловим. А, он упадет. Он упал здесь. Так, и здесь, по-моему, да, стрелок, ребят. Минус. Отлично. Так, подожди, команда, куда он мне прибежал? Так, автоматчик, ребят. На, господи, ты боже мой, ну что же? Что же не так? Ладно, у нас с вами, по-моему, последняя попытка, ребята, да? Если мы хотим на 3 звезды пройти. Так, мои ребятушки тут вышли, подготовились. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай сразу же, нахрапом. Вот, отлично. Не падаем. Так, не падаем. Расстреливаем. Отлично, бомбанули. Так, вон того теперь, ребята, надо брать в оборот. Минусанули мы его. Так, стрелки. Один мой пулеметчик сейчас только, по-моему, сюда пойдет, да? Так, я вспомнил. Этот сейчас дурень упадет у вас. Падай давай. Он упал. Слушай, ребята, а как на самом деле стрелять-то? Я вот только сейчас подумал, а как стрелять нам наверх, вниз, вот это все? Я что-то не понял вот этого юмора. Рассыпался. Есть! Ребятушки, я вам обещал 3 звезды, вот вам 3 звезды. Так, нам дадут? А, за прохождение повторного нам не дают, да? Никакого этого нового сундучка. Хорошо, значит у нас открылся 8 и 9 уровень. Давайте начнем с 8.
Восьмой уровень. С какого вдруг перепуга-то здесь? А не хохошечки ли? Еще и базука. Ёлки-палки, ребят. Это серьезный, серьезный вызов по мне. Так, 9 попыток нам дается на то, чтобы мы смогли. Да ладно тебе, еще и вот с этого начинается. Хорош. Серьезно, что ли? Да он меня расчекрыжит, ребят. Да, конечно, начало такое довольно серьезное, сердитое. Ладно, нам хотя бы одного подбить, чтобы я смог, ребят, себе тоже палача приобрести. Не палача, а этого стрелка, короче. Пумс, я рассыпался, и второй тоже рассыпался. Хорошо, ладно. Мне дают командосы. Все, ребят, поехали. Будем сейчас тут с командосом разруливать ситуацию. Все. Так, разбомбили. Разбомбили. Оу, зачем я так сделал? Для чего Рей ты туда прыгнул? Слушайте, мне одно хочется узнать. Как же здесь все-таки... Погнали. Так, предположим, ребят. Да куда ты? Куда ты, господи, там постаментик был, ты на него запрыгнул. Так, во. Вот, уже пошло. Ребята, у нас 4 попытки всего лишь остается. Мы тут еще с вами не можем, блин, разобраться с этими чудиками. Понимаешь? Ладно, минусанули, минусанули. Так, этого тоже минус. Кто это такой? Это кто такой? Что за псих? Ребят, я не знаю, что это за псих, за псих. Как, скажите, мне стрелять наверх? Вот что меня интересует. То есть я могу стрелять только прямо, а он почему-то может стрелять по-всякому. Меня это не совсем устраивает, если честно. Так, минус, минус, так, минус. Тут довольно все быстро, все довольно... вот он, этот псих, ребят. Да как мне наверх-то стрельнуть-то, господи, я не понимаю. Слушай, блин, я еще не могу здесь посмотреть вот этот самый момент, как мне стрелять. Как мне стрелять именно наверх. Хорошо, предположим. Погнали. С этими быстро мы разберемся сейчас. Так, вот он недоразвитый бежит. Надо его подбить. Как бы его... Расстреливайте, расстреливайте. Отлично, мы его подбили. Двигаемся дальше. Теперь я один остался. Теперь, ребят, я один. Опять, что ли? Нет, этого я должен накрыть медным тазом. Так, ребят, все. Слушай, ну как нам стрелять наверх? Я вот не могу понять. Вот у меня выстрел просто есть. А как стрелять наверх? Я, видимо, наверное, не могу, судя по всему, да? Хорошо, давайте, знаете, как сделать? Вот так вот. Попробуем его... Вот здесь. Вот так вот. Молодцы, мы его подловили. Так, внизу, ребята, тоже... Он, значит, может стрелять, да? А я вот нет. Это, я считаю, ребят, нечестно. Так. Хобана! Я его сейчас хорошо, ребят, так просквозил, да? Ну, иди сюда. Где ты там? Ать! Красавцы! 340 монет уже заработали с вами. Давайте двигаться дальше. Там сейчас будет впереди, по-моему, ребята, базука нас поджидать. Оу, этого паренька, я думаю, мы вполне... Вполне сможем, наверное, расстрелять. Я думаю, мы быстрее его двигаемся? По-моему, быстрее. Эть, не надо. Не надо мне вот этих выкрутасов. Не надо, тебе говорю, парень, успокойся. Сейчас рассыплюсь я, по-моему, ребят. Я сейчас рассыплюсь. Эть, нет. Не тут-то было, букашка-таракашка. Ладно, мы двигаемся с вами дальше. Значит, этого мы с вами снесли, который чувак с дробовиком. Блин, у меня 2 попытки на прохождение, ребят, на 3 звезды. Это будет сложно. Так, кто у нас там наверху? Я вижу чувачка с пистолетиками. Сейчас он меня увидит, да, и, наверное... Он уже начинает бомбить. Он уже начинает, ребята, стрелять, пулякать там. Мне бы главное не провалиться. Ах, как ты кривенько прыгаешь-то, а? Кривозадый. Отвернись, пожалуйста. Меня здесь нет, я невидимый. Меня нет здесь. Давай, Рэй. Господи, не заметил патрон. Летящий, как говорится, в мою сторону. Фух. Так, слушай, ребята, а что такое гренадир, а? Я хочу посмотреть, ребята, гренадир. Он желтенький, какой-то, видимо, легендарный, что ли, или еще что-то в этом роде. Не знаю, давай проверять. Пу-пу. Понял я теперь, что это за гренадир, ребят. Пус. Так, погнали, ребятули. Короче, этот чувак у нас просто с гранатами. Он вот так вот. Тю-тю-тю-тю. И довольно неплохо бомбит. Ты будешь стрелять? Ты будешь что-нибудь стрелять, парень? Тебя чекрыжит же. Вон там чекрыжит, я не могу понять. Ну, есть, разобрали. Так, а вот тут есть мы гранатки такой. Ага, понял.
гранатки эти летят, как говорится, не до последнего. Они все-таки имеют определенный... Да ну ладно. Давай ты... Ага, хорошо. Блин, у него радиус атаки, ребята, маленький. Так, давай, автоматчик, пошли. Пошли с тобой повеселимся. Есть, разобрали мы этого олуха. Так, сейчас, если не ошибаюсь, пойдет у нас чувачок с дробовичком. Ведь так? А ну-ка давай вот так вот мы его немножечко угостим гранатами. Тихо ты. Так, на кого он там отвлекся? Все, прекрасно, ребята. Ой, а до стрелка-то я, по-моему, и не дотянусь. Вон до того, вон, дальнего. Да, скорее всего, не дотянусь, ребят. Мне не хватит этого дальности атаки. Куда ты прыгаешь-то? Куда ты прыгаешь-то прямо на патроны, а, дурила? Да ну, ребят, ну это нереально. Это нереально. Хотя я его подбил. Ну что, последняя у нас с вами попытка, да? Если мы проигрываем, то уже проигрываем окончательно. Базука. Бутчер. Ну, мы с вами базук-то еще не смотрели. Поэтому давайте посмотрим. Так, тут расстрел. Тут все как полагается, ребята, у нас. Я не могу понять. Я хоть стрелять-то могу? Понятно. Это вот так вот ты стреляешь у меня? Присел, выстрелил и все? Господи, ребята, я не думал, что он такой вот. Бдж, нормуль. Раскромсали. Давай этого. Да, господи, ты отойдешь, ты... Ребята, трех звезд нам уже не видать, к сожалению. Базука, короче, мне не понравился. Давайте теперь посмотрим огнеметчика. Ну, для начала мне вообще, на самом деле, надо узнать, что какие роды войск у нас делают. Какие, даже не войска, какие солдаты что делают. Вот, например, огнеметчик, где он? Я сам себя не вижу, ребят, вот я. Я вот он. У меня радиус атаки, вы сами видите, какой, вообще никакой. Эй, выручайте, ребята, выручайте, за мной команда сбежит. Да что ты прицепился-то, господи. Ребята, вы... Понятно. По-моему, тут у нас даже вообще ничего не светит. Вот кого надо брать, ребята. Вот этого надо брать мужичка, если вы хотите здесь наводить шорох на этих упырей. Погнали. Так, тут, конечно, полный расколбас, полный разнос. Даже вот этот вот чувачок, мы его разобрали, ничего здесь нам не сделает. Так, 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 так. Погнали. В минус мы его вогнали, ребята. Так, теперь вот этого надо. Воу, по красоте. Так, вот с дробовичком-то лучше как раз и не шутить. С дробовичком. Вы понимаете, а он тоже не может наверх стрелять, да? Какой ты крепкий парень. Упс, туда тебе и дорожка. Так, стрелок. Угу. Давай, ребят, попробуем как-нибудь. Я пока туда, наверное, поднимусь. Он меня уже к этому моменту и расстреляет. Да. Ёлки-палки, понял я все. Один взрыв базуки, и мне ханарики были. Так, что нам тогда взять? Медик. Не понял, ребята, а медик что делает у нас? Я вижу, он с оружием, он еще хиляет себя, или что он может вообще делать здесь? Медик. Сам себя что ли хилять он может? Так, ладно, здесь хорошо все получилось. Давай, Бутчер, бомби этого говнючка. Я помогу нам. Зачем ты... Оу. Да, ребята, мы сами себя... Тихо, сами себя можем хилять. Ну? Никто не тут поможет вообще? О, молодец, молодец, бомби его. Отлично, дай-ка я вот сюда вот встану и похиляюсь маленечко. Так, Бутчер, нам, по-моему, с тобой... Пора наверх идти. Нам с тобой надо идти наверх. И будем сейчас вон того вон вшивенького, плешивенького бомбить. Хочет он этого или нет, но нам надо. Тихо, базука, ребята. Я понял. С базукой все намного, ребята, проще. Так, я могу еще аптечку? Могу, ребят. Ну, две звезды, блин, раритетную капсулу мы с вами получаем. Я надеюсь, сейчас нам выпадет какая-нибудь вкусняшечка. Ну, ёпперс, это круто. Так, рейнджер мне дали. Ладно, хорошо, сгодится. Так, ДНК-126. Далее у нас снайпер. Не снайпер, это сапер. Ребята, это сапер. И стрелок. Так, а что тут у нас?
Монетки, хорошо. И гренадир. Слушай, ну я считаю, что это неплохо, ребята. Так, дайте-ка мне немножко прапаться. В конце концов, забегаем с вами в лабораторию и смотрим. Так, во-первых, вот этого солдата нужно нам прапать, потому что он самый первый, кто дается у нас, да, с которого мы начинаем с вами всю эту эпопею. Так, теперь сапер, сапер, я не знаю, что он делает, ребята. У него тут скорость какая-то. Ага, он мины... Подожди-ка, я не понял, он мины обезвреживает или мины устанавливает? Ладно, в любом случае мы его проапаем тоже. ДНК пока у нас с вами хватает, поэтому давайте еще, наверное, гренадира. Хопа! А, скорость, это, ребята, скорость юнита. Вот что значит такой спид. Так, ну и все, да, я так понимаю. Вот этого мы с вами почему-то не получаем еще пока. Стена, дрон и так далее и тому подобное. И вот капсулы. Капсулы тоже мы пока не сможем с вами никаких открыть. Бесплатного здесь ничего нету, да? Я так понял. Ну что, ребят, поехали тогда на следующий уровень. Это у нас какой будет? Девятый. Ох ты, тут уже, ребятушки, с щитами стоят. Вертолеты какие-то там вдалеке летят у нас. Ладно, естественно, мы потом, ребята, будем с вами возвращаться и апаться по полной... Ой, апаться, проходить игру, конечно же, на 3 звезды, ребята. На 3 звездочки все как полагается. Как во всех играх мы с вами и любим делать. Так, попробуем его заколбасить быстрее, чем он нас. Зачем я подставляюсь под патроны, сам не понимаю, ребят. Так, еще, ребята, один стрелок. Давай попробуем. Раз-два. 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 Отлично. Так, 50 монеточек. Ой! Ой, а против этого-то как я буду? Ладно, попробуем, ребята, расстрелять его. И у меня получается. У меня довольно неплохо, ребята, получается. Упс. Тихо ты, иди отсюда. Ты кто такой? Тебя сюда не звали, парень. Так, секунду, ребята. А этого мы уже так просто не подобьем. Так просто. Иди отсюда со своим дробовиком. Дайте мне хотя бы его наколбасить, ребята. На базу. Мне базу сейчас разнесут. Твою же маковку. Это что означает, что мы проиграли с вами или что? Ну да, проиграли. Базу мне взорвали. Хорошо, ладно. Ну что, поехали, ребят. Так, быстренько с этим разобрались. Отлично. Давай сразу следующего на прикол брать. Да куда ты? Я не понимаю, ребята. Некоторые патроны могут пролетать, да, сквозь вот эти вот параблики, а некоторые нет. В чем разница здесь? Так, он у меня 2 уровня. Давай расстреливать вот этого паршивца. Так, сейчас еще один пойдет. Вот он, ребята, еще один. Разобрали. Так, вот этого вот попробуй, называется, прострелить его. Он мощный. Так, с дробовичком. С дробовичком. Давай, 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 давай. Помогай, расстреливай, расстреливай. Отлично. Блин. Отлично, да не отлично, не шиша. Потому что я еще, ребята, возьму одного автоматчика, с вашего позволения, и поехали. Так, в прыжке. В прыжке, ребята, прыгаем и убиваем вот этих вот стрелков. Отлично, все хорошо у нас получилось. Двигаемся дальше. Сейчас побегут вот эти вот охламоны у нас. Командосы, да, мы сейчас быстренько здесь попробуем. А как, почему ты поверху побежал? Ты же не должен был бежать поверху, а? Олух ты эдакий. Так, давай вот этого уберем с поля боя. Так, и теперь надо нам вот это вот. Вся проблема вот в этом вот говнюке. Так, еще и с дробовиком бежит чувачок. Давай, 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 расстреливаем его. Минус. Так, автоматчик, ребята. Автоматчик прикрывается под щитами. Это не есть хорошо на самом деле. Вообще нехорошо. Ну, дайте хоть одного-то убить этот с щитом. Он запарил. Ребят, ну он очень мощный. Все, меня подбили. Ничего не получилось, и там еще такая армия дует на нас. Так, огнеметчик. Нужен ли нам здесь огнеметчик? Я думаю, что не нужен абсолютно пока. Хотя он, может быть, против щита как раз и хорошо работает. Не знаю, не проверял. Так, давай попробуем. Минусанули. Отличненько. Так, тут знаете, какая мне, ребята, система вырисовывается в глазах? Что нам нужно самых вот первых юнитов просто на пролом бежать. А уже как там получится, это уже не имеет значения, грубо говоря. Там уже, как говорится, только на удачу. Так, давай. Вот у нас, ребята, идет командос. Какой командос, блин? Просто чувак с дробовиком. А вот этот вот щитоносец чертов, который меня раздражает, я не могу прям, как он меня нервирует.
Как же он меня нервирует, как же мне его, ребят, подкосить-то, а? Еще и вот этот вот автоматчик, который сзади стоит. Так, подобьем. Подбили мы этого говнюка мелкого все-таки, ханорика. Так, отходим. Нормуль. Давай. Отлично. А я не достаю, да? Да, я не успел, у меня взорвали базу к чертовой бабушке. Так, что у нас тут? Сапер, базука, бучер, гендир. О, я снайпера, ребят, возьму. Я возьму снайпера, он хоть и не очень классно бомбит, и у него долгая перезарядка, но он достойный чувачок. Он берет своей именно атакой дальней. Так, где тут у нас? Вот он, эти не попал. Но его сейчас все равно распишут, ребят. А вот тот и ханорик, ребята, которого нам нужно с вами подбить. Как раз для этого дела снайпер-то и подойдет. Ну как ты долго перезарядку свою делаешь, а? Ну снайпер, ну серьезно. Так, стоим, ребята, отстреливаем. Отстреливаем этих говнюков. Так, отлично. Отойди, ты, говорю, стоит там, лыбится. Че ты лыбишься-то? Так, еще надо будет, ребята, один выстрел сделать нам по-любому. Но минус, отлично. Так, теперь вот этого мы сейчас зазвездачим. Эй, почему? Да что такое-то? Нормуль. Но мне базу взорвали, блин, быстрее, чем... Так, еще есть, ребята, у нас попыточки. Еще есть попыточки. Давай возьмем с вами медика на этот раз. Медик хорош, потому что он может захиливать наши отрядики. И мне это вообще нравится. Безумно нравится именно медик в этом плане. Так, погнали. Он, кстати, он довольно быстро бежит еще. Вот что я хочу вам сказать. Ко всему прочему. Давай этого чепушилу уберем отсюда с поля боя. Так, я, наверное, вот сюда вот аптечку сброшу. Так, и давай просто его расстреливать. Мы успеваем, ребята, захиляться с вами. Так, с дробовиком пошел отсюда. Погоди. Давай сюда еще. Я надеюсь, они не могут хиляться от наших аптечек. А, у меня всего лишь две, ребята, аптечки можно было носить. Пипец. Слушай, ну тогда получается, там надо было, ребята, брать нам с этого гренадира. Да, гренадира или же чувачка с базукой. Вот это было бы круто. Так, этих мы расписываем. Я даже туда прыгать не буду. Еще две, ребята, попытки у нас. Но мы не можем с одним щитоносцем справиться. О чем я говорю, ребята? Что там будет дальше, я ума не приложу. Давай расстреливаем. Так, у нас тут аптечка должна быть где-то, я ведь знаю. Вот, он сбросил ее. Да я подлечусь. А этого олуха мы сейчас расстреляем с вами. Вот так. Пускай подходит. Ой, господи, я не думал, что так быстро меня раскромсают. Черт подери. Ну давай еще одного автоматчика возьмем. Раз не хватает нам денег ни на что. Что я могу сделать, ребят? Последняя попытка у нас с вами будет для того, чтобы пройти. Не знаю, как у нас получится. Вот. Тут все. Давай так вот просто прыгать. Тут все любые движения, ребят, которые будешь делать на будущее, они потом все сказываются. Так, давай. Отлично, мы его забомбили. И вот теперь стоим, просто расстреливаем. Тупо расстреливаем, ребят. Есть, отлично. Так же, как и вот этого говнюка нам тоже нужно с вами подбить. Ну, почему-то у него получается лучше, чем у меня, да, ребят? А если мы вот так вот сделаем? Зачем так вот? Зачем так надо было тупить? Вот теперь, действительно, ребята, последняя попытка. И я возьму базуку здесь. Я возьму здесь базуку. Да, последняя попытка. Вряд ли у нас, конечно, тут что-то получится. Потому что даже если дальше мы пойдем с вами, я пойду туда в одно лицо. А что я там в одно лицо делаю? Да абсолютно ничего. Так, ну зато есть шанс, что мы сможем расколбасить вражину. Ну, давай. Эй, пока сядет, пока... Пернет. Ну, сами понимаете, да? Эть. Дыдыш. Отлично. Погнали далее. Ага, хорошо. Аптечку, медик. Я знаю, что тут должна быть аптечка. Еще одна. Я выставлял в тот раз аптечку. Вот, спасибо тебе. Дыдыш. Накрыли мы его, ребята, медным тазом. Так, а дальше мне придется идти одному, потому что
Да, вот именно поэтому мне и придется Да-да-да, мы очень, ребята, с вами медлительные. И этот чувак меня настигает. Он меня догоняет, он меня догоняет, ребята. Подбивать его. Подбивайте. Упс. Да, радовался, блин. Черт подери. Ну, игруха на самом деле прикольная, но сложная, зараза. Ладно, давай, медик. Медик у меня какого? Первого уровня, да? Наверное, от него тут толку никакого не будет. Но зато два медика у нас теперь. Ну и три звезды, конечно же, нам, ребята, не светят. Обязательно будут три звезды, но мы, когда с вами прокачаемся маленечко и вернемся, все у нас будет тип-топ. Это я вам обещаю, это гарантирую просто-напросто. Ну, если, конечно, вам эта игра вообще нравится. Может быть, она вам не нравится, и вы не хотите в нее играть. И не хотите видеть ее даже на моем канале. Так, расстрел коммунизма. Ну, отлично. Так, бомбическая сила. Так, отойди отсюда. Давайте, ребята, я его отвлеку. Я беру его на себя. А куда вы? Вы куда побежали? Я его хотел взять на себя. Взял, называется. Но подбиваем, подбиваем. Отлично, я его ухоркал. Так, базука, ты пока бежишь, я попробую тебя прикрыть. Отлично, прикрыл. Слушай, у меня аптечки же есть, давай сбросим аптечку сюда. Ох, а там что за с гатлингом чувачок идет? Что такое? Это что там за звуки такие? Обалдеть просто-напросто, ребята. Я тут один на один с этими олухами. Как я тут должен? Командос, ну-ка давай я хотя бы тебя забомблю. Хотя бы тебя накрыл, ребята. Второго получится у меня накрыть? Да, базу взорвали. Слушай, я боюсь, тут у нас даже и две звезды-то не получится. Блин, а почему, ребята, у нас снайпер... А, ну снайпер... Вот, киборг 850 стоит. Киборг 850. Базука... Вот, кто мне нужен? Ё-моё, ребят, конечно же, бутчер, палач, который будет у нас... Так, у нас еще тут... Еще и время идет, да, на миссию отведенное. Вот оно еще в чем проблема-то. Так, я не буду тут выеживаться, я иду себе спокойно. Не спеша, расторопненько, так скажем. Я сейчас буду просто подпрыгивать и чекрыжить этих засранцев всех. Да-да, я буду их, ребята, просто чекрыжить. Иди сюда. Куда ты? Давай-давай-давай. Оп! Так, с дробовиком мне не нужен парень. Так, хорошо, ребята. Я просто на пролом иду. А почему? Опа, я его накрыл. Так, а где мои ребята? Мои ребята там сзади, да, и аптечка есть. Хорошо, давайте выходить сюда. Медик, будет аптечка сегодня? Сегодня аптечка будет? Будет. Для нас сегодня будет все. Так, дай-ка... Эх, как же мне его... По три патрончика... Дай-ка я подлечусь маленечко, наверное. Так, что он там? Он стреляет по мне, да? Он стреляет по мне. Все, ребята, я побежал. Я психанул, короче. Йо-хоу! Всех тут почекрыжил, блин. Но 650 монет я все-таки себе, ребят, заработал. Так, снайпер. Поехали, берем снайпера и погнали. Хотя снайпер опять же у нас не прокачан. А нет, прокачанный у нас, по-моему, да. Я его до второго ранга же прокачал, да, ребят. До второго ранга. Офигеть, у меня тут армия уже накопилась. Так, ну что, пока еще, ребята, есть две попытки для двух звезд, для прохождения на две звезды. Давай так вот стрелять наперед, ребята, будем обстреливать их всех. Да, долгая, конечно, перезарядка. Бутчер, давай, бомби. Бутчер почему-то не бомбит. Так, я захиляюсь сейчас и пойдем дальше с вами. Нормуль, я готов. Что тут у нас? О, хо-хо-хо, ребят, у него такой же чувак есть. Так а почему мы не попадаем-то? Тут это мой, господи, я уже все... Это, ребята, все, это приплыли, называется. Господи, я уже... Все, тут по-другому не назвать, это уже все. Крышняк поехал, протекла крыша, ребят, протекла, понимаете? Ну, ага, понял я. Ребята, есть, наверное, шанс у нас с вами здесь пройти, наверное. Так, мой бутчер прыгнул. Он там должен зачекрыжить, да, ребята, он зачекрыжил, но не все, к сожалению. Так, этого минусанули. Давайте теперь вот этого попробуем убрать. Эти не получилось, а сейчас нормуль. Так, еще, ребята, у нас там один ханорик бежит. Ну! Так. Выстрел. Еще два выстрела, как минимум. Он базу мне разбомбит быстрее, ребят. Треснула моя база. Как
коробочка. Да, ребята. Погоди, а почему? Подожди секунду, ребята, я не понял. Я же вроде бы как бы базу ему не забомбил. Почему мы выиграли с вами? Я что-то не врубился. Что за приколы? Так, инфантри какой-то, я не знаю, кто это такой, ребят. А, чувак, наверное, с дробовиком, да? 92 ДНК. Защитник. Вот что нам нужно, ребята, защитник и базука. Так, ну что же, давайте, наверное, ребята, с вами зайдем опять же в лабораторию и будем маленечко улучшаться. Давай улучшим базуку, так уж и быть. Улучшим базуку. И где у нас, ребята, щитоносец? Я хочу просто посмотреть, он тут. А, он, наверное, автоматически у нас, да, появляется в этой, в сноске наших юнитов. Ну что же, 10-я миссия, называется база. Поехали. Ну-ка. Ох ты, а это что такое, ребят? Ёпрасоты, вы издеваетесь, что ли? Обалдеть, блин. Обалдеть, ребят, тут по-другому не назвать. Как это нужно? Как? Вы издеваетесь, блин. Мне так-то туго играть, блин. Они еще не начали здесь, а? Ну иди сюда, Олух, будем начинать с тебя. Не знаю, каким-то макаром надо тебя подбить. Так, я выжил только благодаря тому, что у меня третий уровень, ребята. А что это? Опа! Бонус поймал, ребята. Это минометчик по мне бомбанул. Да-да, собственной персоной. Ну что же, погнали тогда. Так, раз мы с вами команда, мы должны с вами в первую очередь тут чекрыжить всех. Давай-давай-давай, я понял. Я понял, минометный выстрел был. Так, ага, еще бомбит. Так, а турель-то как тут? Понятненько. Тут, значит, нам, ребята, я не знаю, без базуки или без снайпера не обойтись. Защитник. Давай защитника возьмем. Я хочу просто посмотреть, ребят, что он из себя представляет. Как юнит. Псих такой, да? Так, мы ходим с вами медленно, стреляем тоже медленно. Отлично. Ребята, за мной. Команда, пошли. Не бзди. Все будет хорошо у нас с тобой. Ну. Так, мина. Слушай, ну мы с вами живучие. Я не понял, там кто хиляет? Понятно, ребята, там какой-то маленький дрон подлетел и стал захиливать. Так, бучер, снайпер, сапер. Давай посмотрим, ребята, что за сапер, что он вообще делает. Мне лично очень интересно, что это за сапер такой. Ну. Так, ну я могу стрелять, сказать одно, стреляет он довольно быстро. Мины мы можем с вами закладывать, вон она сзади. А вот по здоровью я не знаю пока, ребята. Ну, ну. Твою же маковку. Только лишь в минах у него, да, преимущество. Ну что, а как вы думаете, если я, например, возьму двух защитников здесь и попробуем ими пойти? Это будет круто, я думаю. Это будет вообще крутяк. Так, хорошо. Так, на мины только не напарываемся, на мины. Сейчас мина будет. Нет, мина вот здесь почему-то. Так, вот здесь надо нам, ребят, как-то нахрапом брать. Ну, дрон этот лечит. Ребят, ну а как быть-то? Да ну, какой-то бред, блин. Какой-то бред. Турель, которая, блин, постоянно отхиливается. Слушай, он меня взбесил. Погнали, ребята. Он меня взбесил именно своей вот этой вот дроновской фигней, которая там постоянно хиляет. Это не есть гуд на самом деле. Так, мина. Я попробую, ребят, сейчас как-нибудь сейчас попробую сейчас все-таки распоясать. Нормуль. Отлично, распоясал. Отлично. Угу. Ну, этому не жить. Этому не жить, блин. Так. Еще взять, что ли, одного палача, или... Давай еще возьмем одного палача, ребята, с вами. Бутчер. Палач. Каратель. Так, и погнали. Нормуль. Так, мы не будем с вами идти вперед, потому что нам бы лучше прикрываться щитами, на самом деле. Ага, вот здесь вот надо турельку эту разбомбить. Солидно. Дай-ка я, ребят, попробую... А как мне здесь? Мне никак не сделать, ребята, здесь по-другому. Это что еще за... Ракетница еще тут на меня, ребят, бомбят. Так, гренадир или базука?
гренадир или базука? Хм. Ну давай гренадира, наверное, мы с вами возьмем. Попробуем, ребята, с ним тут пройти. Тун-тун, пока там долетит. Тун. 20 век пройдет, пока у него гранаты эти долетят до точки назначения. А если я в прыжке? Тун-тун-тун. Ладно, предположим, ребята. Ага. Тун-тун. Да отойди ты от меня. Так, погнали. Зачем? Я ведь видел, что она летит. Нафига я так сделал? Слушай, ну давай, наверное, попробуем все-таки еще одного гренадира взять. Давай двумя гренадирами, так уж и быть. Последняя, ребята, попытка у меня на прохождение. Ну это нереально, там просто бомбическое происходит, ребят. Ну вы видели сами. Так, тихо здесь стоим, пережидаем. Так, погнали. Давай, давай, бомбы. Так, ладно, здесь мы уничтожили. Давай вот здесь вот. Сразу же вторую. Отлично. Куда ты бежишь? Кстати, эту стенку тоже, ребята, можно взорвать. Он причем ее лечит. Смотрите, это дрон паршивый, он лечит. Так, отойди. Так, стена, ну. Как ты? Как же ты, ребята, как же он? Слушай, ну хитренько, да, придумал. У него тут и дрон, и чего только нету, блин, да? Ракеты вот эти вот самые наводящие, от которых невозможно убежать. Здорово. Мне нравится, ребята. Конечно, нам две звезды не видать. Естественно, ребят. Базука. Нет, все-таки гренадир. Все-таки гренадир. Гренадир, он хотя бы на весиком стреляет, ребята. А базука, он пока там сядет, пока там ляжет. Пока что-то там сделает, непонятно чего. Так, я где? Я в середине этой кучи, ребята, иду. Так, ну тут мы нахрапом просто берем и расстреливаем. Так, стену я тут тоже уничтожу. Нормуль. Так, подожди. Отходим, ребята. Ну, как мне он ту парашу подбить, а? Кто мне скажет, ребят? Ну это же нереально, блин. Ну это нереально на самом деле. Он стоит со своей фигней с этой и бомбит по мне. Ну как там я должен пройти? Я не знаю, ребята. Медика взять, что ли? Ну, давай медика возьмем, фиксник. Я бы хотел посмотреть, ребята, честно, киборга. Что из себя представляет киборг? Так, мы бежим? Мы бежим с вами. Так, кстати, вот там вот перед турелью, ребята, можно, кстати, поставить нам. Вот здесь вот расстреливаем. Дай-ка я еще одну птичку сюда брошу, потому что самая такая массовая атака именно здесь происходит. Как мне вот его, ребят, я не знаю. Дрон этот. Дрона этого уничтожить надо. Не хватило совсем немножко. Твою же налево, а. Ну как ты меня вот прям, я не могу. Как ты меня вот, я прям не могу, ребят, серьезно говорю. Раздражает. Просто нет сил. Так, погнали далее. Еще взяли медика. Ну, тут начало-то самое тут прикольное, да? Начало самое легкое, изейшее, все прекрасно, все превосходно. Два медика у нас с вами. Так, мы не будем сюда высовываться. Давай вот теперь расстреливаем всю эту ерунду. Нормуль. Так, бежим, 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 бежим. Да я сюда еще, наверное, аптечку сброшу. На всякий, ребят, случай. В кого? В меня, что ли, летят все эти? Да, конечно, в кого же еще они могут лететь, ребят? Как не в меня? Ага, вон этот чувак. Вот именно этот олух, ребята, со своими минометками здесь меня и бомбит. Ладно, хорошо, осталось совсем немножко, ребята. Ну, блин, одна звезда уже у нас с вами. Одна звезда. Это вообще самый худший результат с предыдущей серии. Тут, конечно, надо все делать, ребят, по-хитрому. Например, берешь этого, да, защитника, и идешь именно им как можно дальше. Под него уже, например, подстраиваешь там стрелков или еще кого-нибудь. Вот такая здесь должна быть стратегия. По идее. Так, да, я брошу сюда аптечку. Так, это мы уничтожили. Этого мы тоже говнюка уничтожили. Вот эту вот фигню, ребята, с вами забомбим. Отлично. Да, еще одну птичку сброшу сюда. Стоим просто и хиляемся, и расстреливаем. Прикиньте, как тупо получилось расстрелять. Я и этого сейчас, наверное, так же расстреляю, да? Так, подожди. Стрельнул. Оп, мимо. Подхилимся.
Смотрите, что получается у нас. Я просто стою себе и хиляюсь. Замечательно. Ну, молодцы, красавцы. Так, и вот этот вот у нас лохмандей. Лохмандей, ты лохмандей. Аптечки у меня нету, ребят. У нас с вами нет аптечки. Подобьем или нет? Господи, даже тут не смог подбить. Ядрить тебе на корень, а? Снайпер, давай, пошли, снайперюга. Сейчас ты у меня просто его расстреляешь там в хламину. Так, где мы там? Три медика, такой отряд трясогузки выпрыгнул. Погнали, ребят. Сейчас все, это завершающий этап у нас. Мы с вами пройдем этот этап. Я надеюсь, мы пройдем этот этап. По-моему, меня подбили. Да, ребят, я в этой куче, блин, нифига не вижу, где кто куда идет. Понимаете, в чем дело? Нифига не могу понять. Я смотрю, просто вот иду и вижу там целая армия. И именно по мне попадает минометный выстрел. Ошибка, да. Я что, взял гренадира, блин? Нафига я взял гренадира-то? Мне гренадир-то здесь не нужен. Я хотел взять вообще-то... А, на снайпера бы у меня не хватило, да, получается? Хорошо, ребята. Опять косяк. Опять косяк, ребята. Вот, аптечки. Хорошо, что тут есть аптечки. Я могу захиляться. Так, давай этого чувачка, наверное, уберем отсюда. Так, это мои медики, ё-моё. Я уже всего пугаюсь тут. Так, давай. Расстреляли, отлично. Погнали. На, выкуси гранату, паршивец. Не долетает. Ну. Отлично. Интересно, мы его ушатаем или нет, ребят? Е! Господи, ну и уровень. Ну и уровень, ребята. Ну я тут сам, конечно, подтупливаю. Тут не о чем даже и говорить. Генератор какой-то. Так, ДНК. И... Защитник, можем прапать, ребята. И еще гигант. Это что такое, ребят? Что за гигант еще такой нам тут выпал? Давайте зайдем в лабораторию и маленечко с вами проапаемся. Так, гигант. Чувак круто выглядит. Наверное, там здоровый такой чувачок, которому все нипочем. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, наверное, мы с вами будем закругляться. Естественно, у нас все эти миссии, которые недопройдены на 3 звезды, все это будет проходиться. Уровней здесь еще предостаточно. Ну, а потом у нас, естественно, будет мультиплеер. Это, я так понимаю, с противниками, с реальными. Все это, ребята, у нас будет. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.